2, 3, 4, 5. И ушел зайчик погулять. Так, а что у нас здесь? У нас там запись идет, а ну-ка. Да, идет. Хорошо. Так, а кто там ломится? Я не понял. Ой-ой. Идем проверять. Повсюду растяжки стоят. Ёпрст. Травка-муравка. Деньга. Один тарабанят на него. Надо найти. Я что-то немножко недоумеваю, где он тарабанит. Подожди, здесь же или где-то надо выходить? Ну, я зашел здесь, сохранился. Окей, здесь ничего нет. Пошел дальше. Здесь тоже ничего нет. Поэтому как бы... я понял. Гениально. Грубовато, тебе не кажется? Ты не такой, как они. Нет, а ты? У меня возник очень важный вопрос. Есть сигареты? Только жвачка. Опачки, попадалово, отлично. Он большой борох. Что? Облом. Так. Такая штука не годится. Что такое? Огнем все горит во рту. А тут этой? Ага. Ага. О, сейчас я видео записываю. Да, я видео. Так. Пишущая машинка. Давай здесь запишем. Ладно. Как тому и быть. Перепишем вторую штуку, вот эту вот. Так, 1-1-1-1. Запись завершена. Поехали дальше. Слабые людишки. Мы поделимся с вами своей силой. Что за лист? Очень скоро эта сила завладеет вами. Вы не сможете устоять. Эй, проснись. Эй, эх, из огня да в полымя. Можешь объяснить, что здесь происходит? Ты американец? Что тебя сюда привело? Эй, осторожнее. Меня зовут Леон. Я ищу вот эту девушку. Ты ее не видел? Ты что, коп? Да нет, ты не похож на копа. Может, и не похож. Хорошо, дай угадаю. Она дочь президента? Сразу попал в точку. Что ты о ней знаешь? Ничего. Ладно, шучу. Я слышал, как один из местных в церкви что-то говорил о дочери президента. А сам ты кто? Я Луис Серра. Работал в полиции Мадрида. Ну а теперь просто занимаюсь чем придется. Почему ты ушел? А, это полиция. Сплошной риск для жизни и никакой благодарности. Быть героем сейчас уже не то, что раньше. Я тоже работал в полиции. Правда, всего один день.
А, я-то думал, только у меня все плохо. Так получилось, что прямо в первый день работы меня отправили на задание в Ракун. А, это дело с вирусами? Кажется, я видел штамм такого вируса. Полицейские лаборатории. Эй, сделай что-нибудь! После тебя! Пия! Удар карате! Это Леон. Простите, что не мог выйти на связь раньше, я был занят. Вы в порядке? Да, я встретил человека, который был заложником. Он сказал, что Эшли должна быть где-то в церкви. А что стало с тем человеком? Он сбежал. Вы знаете, где находится церковь, о которой он говорил? Еще нет, кажется, в деревне есть дорога, которая ведет прямо туда. Я возвращаюсь в деревню. Погнали. Так, что это? Понятно. Пошли. Ну, пошли. Опаньки. Иди сюда. Ц-ц, пацан. Ц-ц. Можно сохраниться. И запишем вот это. Так, тому и быть. То вдруг, если что... Каким-то невероятным образом мы умрем, чтобы можно было начать с точки сохранения. Пацан, у меня есть кое-что интересное. Кадр у меня. Улучшить. Хорошо. Не знаю, заметили вы, наконец, незнакомец, но здесь в деревне повсюду висят синие медальоны. Если вы принесете мне 10 или больше таких медальонов, я дам вам особое оружие. Понятно. Пистолет, ружье. Купите. Средний дипломат. Так, понятно. Карта сокровищ. Винтовка. Вот эта штуковина. Есть контакт. Окей. Ракетница мне туда не влезет. Оптический прицел, лекарства. Лекарства мне не надо. Улучшить. А что я могу улучшить? Пистолет, ружье. В принципе. Так, теперь надо этот, вот это вот, короче, сделать. Вот так. Экипировать. Все, погнали. Мы заряжены и опасны. Сейчас начнется движуха. Дикий-дикий запад. Удрвитесь мне там все. Блять, это твоя. Ай-да, шара-да-ла, расшикрула. Там их в этом, походу, здесь их много, надо зайти. Надо прицелиться! А! Он так не стреляет, надо прицеливаться обязательно. Капец. Видел, как на лету сбил этот динамит. Вообще. Чисто имбот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Откуда вы там беретесь? Я же там перепоубивал только что всех. Ничего не понимаю. Все? Там еще и остался, да? Ой-ой, легко. Смотри, как падают. Капец. Сзади еще. За сука может. Ребята, не суетитесь вы так.
Так, все. Надо ключ забрать. Там впереди будет дверь. И нам... Да, взять. Давай, давай. Лезь, пожалуйста, по лестнице. Не надо ничего подбирать. Там будет впереди дверь, которую открывает шестигранный ключ, насколько я помню. Так, и нам надо две половинки собрать, совместить их, чтобы эту дверь открыть. И одна здесь находится. Да, ну пожалуй, ну просто слезь. Зачем ты это все делаешь? Капец. Ай. Режиссер, ох, понаделают, блин, игры, капец. Оно так по-старому сделано, все по-топорному, типа этот, вообще. Не, ну, игра, понятное дело, что старая, как бы... Это ясно, просто именно, что... Как индустрия училась все это делать, да? Все это дело делать. А он спрыгнет здесь, да? Короткий путь, типа. Окей, давай. Все, теперь надо совместить вот эти два ключа, короче. Две половинки вот этого вот ключа. Вот это вот объединить вот с этим вот. И все, у нас получился ключ. А теперь идем вот к этим вот замечательным дверям и вставляем сюда. Все, что нам нужно вставить. Кажется, что-то надо вставить. Конечно, ключ. А может и не ключ, что хотите, то и вставляйте. Так, поехали дальше. А куда же нам идти там? Что там карта пока? У нас впереди... Так, я в такой похожей локации уже был. Точнее, я оттуда даже вроде как приходил, я только не помню. А, все, там через окно надо было вылазить. Кажется, так было дело, да? Точно, вот. Просто не обращайте внимания, я уже второй раз эту локацию прохожу, потому что первый раз я запорол запись, вот, и пришлось переходить заново. Опа! Видел финт какой, а? Кто-то же. Профессионал играет. Ай-яй-яй. Где? Кто? Куда? Какой проказник. Так, это нам маску забрать надо. Маску. Там маска лежит, ее нужно обязательно забрать. Вот она, элегантная маска. А что там дальше, интересно? Я там дальше не проходил. Там дальше что-то есть, но здесь ничего существеннее лежит. Здесь камешек лежит какой-то, я не знаю, может, он нам потом пригодится. Вполне возможно, конечно. Здесь у нас что у нас? Патроны ли, да? А, ну здесь, в принципе, больше ничего и нет. В принципе, больше-то ничего и не надо нам. Если бы было надо, нам бы что-то здесь оставили. Поэтому надо лезть в туннель. Пошли в туннель. А, там не слезть можно, подожди. Там еще ниже можно спуститься. Я здесь не спускался, кстати говоря. Просто прошел. А что здесь? Рыба плавает. Смотри, сдохла. Взять предмет большой черный окон. А он мне типа нужен будет или что? Это тоже можно подобрать? Взять предмет черного окна. А зачем? А здесь просто тупо деньги лежат. Я понял. Больше ничего нет, да? И патроны. Деньги и патроны. И граната. Да, взять предмет с
ослепляющая граната. О, зомбаков слепить, типа. Так, мы пошли наверх. Ну. Это что такое? Часы. Берем. Все берем, пошли. Так, здесь, по-моему, ничего существенного не лежит. Только деньги лежат. А здесь пусто. Точно, угадал. А здесь вот это. И капканы. Надо сделать вот так и вот так. Тут, в принципе, трогать не можно и не трогать, но... Но... Мы же с вами все вот это вот зачищаем. Поэтому как бы надо... И здесь я как-то каким-то боком случайно, короче, открыл этот замок мерзкий. Я и не знаю, как даже это сделал. Вот реально. Как? Ну что? А, все. При повороте шара что-то произошло. Я случайно, честно, наклацал и все. Вообще не понимаю, как так произошло. Серьезно. Так, ключик. Ключ с символом в вашем дипломате. Окей. Записка. Записка старосты или кого там. Согласно инструкциям лорда Стадлера, я связал агента и оставил в живых. Почему нельзя было с ним сразу же покончить? Вопрос. Я не совсем понимаю инструкции лорда. К тому же я бы не стал связывать их вместе, как это было приказано, а держал бы по отдельности. Я не думаю, что Луис станет доверять чужакам, но если они начнут действовать сообща, ситуация может усложниться. Если агенту помогает кто-то еще, думаю, что это ему будет только на руку. Но может быть, в этом и заключается замысел лорда Садлера. Оставить нас уязвимыми для тех, кто помогает агенту из сэра. Если вы действительно... Если действительно им кто-то помогает, вряд ли это возможно. Но если чужакам уже... Но если чужаки уже среди нас, то нашим планам пришел конец. Полагаю, лорд думает, что стоит рискнуть, если мы сможем остановить тех, кто тщательно скрывается. Как бы то ни было, это приказ лорда, и мы выполним его безоговорочно, как всегда. Окей. Деревня, журнал связи, руководство, понятно. А что там в шкафу? В шкафу лежит. Деньги опять. Я богат, спасибо, откажусь. Книги. Здесь книги написаны на английском. Но у меня нет времени читать их. Окей. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Опаньки, папандос. У тебя та же кровь, что и у нас. Но ты здесь чужой. Не забывай. Если захочешь нам помешать, мы же только отомстим. Что? Та же кровь? Конец головы. Сохранить. Давай. Среднее. Сохраняем. Запись завершена. Окей. Леон, я нашла какую-то информацию. Она может помочь вам. Говорите. Кажется, здесь замешана религиозная группа. Они называют себя Лос Иллюминадус. Лос Иллюминадус? Ну и название. А я тут нечаянно столкнулся со старостой этой деревни.
Вы в порядке? Да, он мог бы убить меня, но почему-то не убил. И сказал, что у меня та же кровь, что и у них. Даже не знаю, что это значит. Та же кровь? Интересно. Ладно, есть гораздо более важные вещи, с которыми нужно разобраться. Вы правы, спешите, Леон, найдите церковь. Окей. Так.